Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им вслед солдаты, солдаты, солдаты. Александр Твардовский. Рассказ танкиста. Был трудный бой, все нынче как с просонок, и только не могу себе простить. Из 1000 лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый. Из тех, что главарями у детей, из тех, что городишко прифронтовых встречает нас, как дорогих гостей. Машина обступает на стоянках, на сетен воду выбрали труд. Приносит мило с полотенцем к танкам и сильно подозрелую суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит. Не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир. Я знаю, где их пушка, я развела. Я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? Отдайте, я поеду, на танке славе, прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, пули, мины свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь. И с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытянут, душе в агаре копоть, а дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал, спасибо, хлопец, и вот, как товарищ. Был трудный бой, все нынче как с просонок, и только не могу себе простить, из 1000 лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить. Что глядят им вслед солдаты, солдаты, солдаты.